Начинаем вязать голову лисенка. Делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков. Вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Колечко затягиваем, до конца не затягиваем, потом мы с вами подтянем. Так, и начинаем вязать. Следующий ряд, второй у нас будет, 6 прибавок. В каждую петельку мы вяжем по 2 столбика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У нас должно получиться 12 столбиков. Довязывайте самостоятельно. Сделали 6 прибавок. У нас получилось 12 столбиков. Ставим маркер. Я вот беру такую ниточку, мне так удобно. Следующий ряд мы делаем прибавки через один столбик. Провязываем один столбик. Следующую делаем прибавку. Вяжем 2 столбика в одну петельку. Мы провязываем 6 прибавок, и у нас в конце ряда получается 18 столбиков. Довязываете самостоятельно. Маркер переставляем. Здесь можно подтянуть наше колечко амигуруми. Подтянули. Следующий четвертый ряд делаем прибавки через 2 столбика. Провязываем 2 столбика. Раз. Два. Делаем прибавку. В одну петлю провязываем 2 столбика. У нас получается 6 прибавок. И в конце ряда 24 столбика. Довязывайте до конца ряда. Следующий пятый ряд делаем прибавки через 3 столбика. И у нас должно получиться 30 столбиков. Также получается 6 прибавок. Провязываем. Раз. Два. Три. Делаем прибавку. Еще раз провязываем. Раз, два, три. Делаем прибавку. Мы сделали 2 прибавки, еще 4. Довязывайте самостоятельно до конца ряда. Следующий шестой ряд мы делаем прибавки через 4 столбика. Провязываем 4 столбика. Раз, два, три, четыре. Делаем прибавку. У нас получается 6 прибавок и 36 столбиков. Вяжите самостоятельно. Следующий седьмой ряд мы будем делать прибавки через 5 столбиков. Провязываем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем прибавку. У нас 6 прибавок и в конце ряда 42 столбика. Провязывайте дальше самостоятельно. Восьмой ряд прибавки через 6 столбиков.
У нас будет 6 прибавок и в конце ряда 48 столбиков. Вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Делаем прибавку. Опять вяжем 6 столбиков. Раз, два, три. Вяжите самостоятельно. Вяжем 9-й ряд. Прибавки через 7 столбиков и в конце ряда 54 столбика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Делаем прибавку. Дальше вяжите самостоятельно. Следующий 10-й ряд мы делаем прибавки через 8 столбиков. Провязываем 8 столбиков и делаем прибавки. У нас получится 6 прибавок и в конце ряда 60 столбиков. Вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прибавка. Так, сделали одну прибавку, еще у нас 5 прибавок. Вяжите самостоятельно. Следующий 11-й ряд мы делаем прибавки через 9 столбиков. Провязываем 9 столбиков и делаем прибавки. У нас получается 6 прибавок и в конце ряда 66 столбиков. Вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Прибавка. Еще раз. Вяжем самостоятельно. 12-й ряд прибавки через 10 столбиков. Вяжем 10 столбиков и делаем прибавку. У нас получится 6 прибавок и в конце ряда 72 столбика. Вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Делаем прибавку в 11-ю. 11-ю. Дальше вяжем. Раз, два. Дальше вяжите самостоятельно до конца ряда. Следующий 13-й ряд мы делаем прибавки через 11 столбиков. У нас получается 6 прибавок и в конце ряда 78 столбиков. Вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
10, 11, в 12-ю прибавку. Дальше вяжите самостоятельно. Сделали мы прибавки, и у нас получилось 78 столбиков. Теперь с 14 по 23 ряд, это у нас получится 10 рядов, мы вяжем по 78 столбиков. Начинаем вязать. Вяжите самостоятельно. Провязали мы 10 рядов. Вот что у нас получилось. Следующие ряды пойдут у нас убавочные. Провязываем 11 столбиков и делаем убавку. У нас получится 6 убавок и в конце ряда 72 столбика. Вяжем. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Следующая у нас убавка. Убавку делаем мы за передние петельки. Подхватываем первую, вторую и провязываем. Все, сделали убавку. Одну убавку мы сделали, еще у нас осталось 5 убавок. Дальше вяжите самостоятельно. Следующий 25 ряд мы делаем убавки через 10 столбиков. Провязываем 10 столбиков, делаем убавку. Всего у нас 6 убавок и в конце ряда 66 столбиков. Вяжем. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем убавку опять за передние петельки. Подхватываем одну, вторую и провязываем. Опять вяжем 10 столбиков и делаем убавку. Вяжем самостоятельно. Следующий 26 ряд убавки через 9 столбиков. Провязывайте 9 столбиков и делайте убавку. У нас 6 убавок и в конце ряда 60 столбиков. Вяжем. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем убавку за передние петельки. Все. Дальше вяжите самостоятельно. 27 ряд, делаем убавки через 8 столбиков. Провязываем 8 столбиков, делаем убавку. У нас будет 6 убавок и в конце ряда 54 столбика. Вяжите самостоятельно. Двадцать восьмой ряд, делаем убавки через 7 столбиков. Провязываете 7 столбиков, делаете убавку. У нас будет 6 убавок и в конце ряда
48 столбиков. Вяжите самостоятельно. Следующий 29 ряд убавки через 6 столбиков. Провязываем 6 столбиков, делаем убавку. У нас 6 убавок и в конце ряда 42 столбика. Вяжите самостоятельно до конца ряда. Довязали до конца ряда. Следующий ряд у нас 30, и убавки у нас будут через 5 столбиков. Провязываете 5 столбиков, делаете убавку. У нас 6 убавок и в конце ряда 36 столбиков. Вяжите самостоятельно. Тридцать первый ряд мы делаем убавки через 4 столбика. Провязываем 4 столбика и делаем убавку. У нас 6 убавок и в конце ряда 30 столбиков. При вязании последнего столбика в этом ряду мы будем менять оранжевую нитку на белую. Довязываете до конца ряда и один столбик оставляете. Я вам покажу, как присоединить белую нитку. Вяжите самостоятельно. Довязали мы до конца ряда, у нас осталась одна убавка, и сейчас мы будем менять нитку. Делаем убавку, вставляем крючок в первую петельку, во вторую, подхватываем. И теперь берем белую нитку, и вытягиваем. Вот видите, теперь нам можно, так я вот положу, чтобы было видно, оранжевую нитку обрезаем и вот здесь вот завязываем в узелок. Вот смотрите, раз. Все, поменяли мы нитку. Сейчас мы будем вязать дальше мордочку. Следующие три ряда, это у нас получится 32, 33 и 34, вяжем 30 столбиков по кругу. Это у нас получится 3 ряда. 3 ряда вяжите белой ниткой. Вяжите поплотнее, чтобы мордочка держала у нас форму и была поплотнее. Все, вяжем 3 ряда самостоятельно. Провязали мы 3 ряда белой ниткой, и сейчас мы нашу голову будем набивать наполнителем. Набивать будем плотно. Набивайте. Набила я голову. Вот смотрите, какая получилась. Вяжем следующий ряд. Следующий ряд у нас будут убавки через 3 столбика. Вяжем 3 столбика и делаем убавку. У нас 6 убавок и в конце ряда получается 24 столбика. Также дальше плотно вяжем белой ниткой. Вяжите самостоятельно. Следующие 4 ряда мы вяжем по 24 петли. Вяжите самостоятельно. Провязала я 4 ряда. Вот что у нас уже получается. Вырисовывается носик.
Следующий ряд мы делаем убавки через 2 столбика. Провязываем 2 столбика, делаем убавку. 2 столбика, убавку. У нас получается 6 убавок и в конце ряда 18 столбиков. Деталь уже становится мелкая, вязать маленечко неудобно. Не торопитесь, вяжите потихоньку. Когда провяжете, начинайте набивать носик. Все, вяжем самостоятельно. Набила я наполнителем. Вы тоже, когда набьете, вот так вот придайте носу форму. Следующий ряд вяжем 18 столбиков по кругу. Вяжите самостоятельно. Следующий ряд делаем убавки через 1 столбик. Провязываем 1 столбик и делаем убавки. У нас 6 убавок и в конце ряда 12 столбиков. Вяжем самостоятельно. Сделали мы еще 6 убавок, осталось у нас 12 столбиков. Сейчас я вам расскажу, как дальше мы будем довязывать. Носик нам нужно будет еще набить наполнителем, чтобы он был плотный. Когда вы набьете наполнителем, следующий ряд у нас будет еще одна убавка. Вы провязываете 1 столбик и делаете 1 убавку. У нас получится 4 убавки и в конце ряда 8 столбиков. Вот когда вы это провяжете, еще маленько набьете наполнителем. И уже будете делать убавки до тех пор, пока не закроете отверстие. Сделала я убавки, осталось у меня вот такое маленькое отверстие. Вязать уже крючком неудобно, я вставила иголку в нитку. И сейчас мы за передние петельки затянем наше отверстие. Смотрите. Вот так вот затягиваете. Повернем. Все, затянули мы отверстие и сейчас выводим иголочку, чтобы спрятать нам нитку. Вставляем сюда и где-нибудь в конце. Так. Сильно не утягиваем, нос у нас должен быть острый. Так, вывели иголку с ниткой. Обрезаем. Все. Нитка ушла. Вот смотрите, что у нас получилось. Вот такая голова и нос. Потом мы нашей лисичке сделаем глазки и вышьем еще носик. Начинаем вязать ушки. Берем черную пряжу и делаем кольцо амигуруми. Провязываем в него 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Колечко подтягиваем. Сильно не затягивайте, потом мы его подтянем. Следующий ряд мы провязываем 6 столбиков по кругу. Вяжите самостоятельно. В следующем ряду мы делаем 6 прибавок. В каждую петельку провязываем по 2 столбика. И у нас должно получиться 12 столбиков. Вяжем. Первая прибавка. Вторая прибавка. То есть один столбик провязываем, следующий у нас идет прибавка. 4 получилось.
вяжите самостоятельно. Довязали мы до конца ряда, теперь можно наше колечко подтянуть, чтобы не было видно дырочки. Сейчас в следующем ряду мы будем менять нитку на оранжевую. Так вот, смотрите, провязываем первый столбик, берем нитку, провязали. Так, теперь нам нужно зафиксировать. Я положу, видно будет, нету, делайте узелочек. Берем вот эту нитку, где у нас, так, черную можно обрезать, она нам не нужна. И завязываем узелок, чтобы нитка зафиксировалась. Петельку потеряла. Так. Сюда мы потом обрежем. Так, следующий ряд, то есть мы одну петельку со следующего ряда вот уже провязали. Значит, мы провязываем еще 11 столбиков. То есть вяжите по кругу оранжевой ниткой 11 столбиков. Вот этот мы провязали и еще 11. В общем, получится 12. Вяжем самостоятельно. Провязали мы 12 столбиков. Можно обрезать вот эти вот ниточки. Мы их обрежем. Все. Они нам не нужны. Следующий ряд мы будем делать прибавки через 3 столбика. Провязываем 3 столбика и делаем прибавку. У нас получится 3 прибавки и в конце ряда 15 столбиков. Давайте будем вязать. Провязываем. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, делаем прибавку. Еще у нас 2 прибавки, вяжите самостоятельно. Следующий ряд мы делаем прибавки через 4 столбика. Провязываем 4 столбика и делаем прибавку. У нас опять получается 3 прибавки и в конце ряда 18 столбиков. Чтобы не сбиться, можно поставить вот ниточку либо маркер, как вам удобно. Я поставлю вот, вот так вот, чтобы знать, где у нас начало ряда. Вяжем. Раз. Возьму 2, 3, 4, делаем прибавку, в одну петельку провязываем 2 столбика, вяжите самостоятельно. Следующий ряд у нас прибавки через 5 столбиков. Провязываем 5 столбиков и делаем прибавку. У нас опять 3 прибавки и в конце ряда 21 столбик. Вяжите самостоятельно. Следующий ряд прибавки через 6 столбиков. Провязываем 6 столбиков и делаем прибавку. У нас 3 прибавки и в конце ряда 24 столбика. Вяжите самостоятельно. Следующий ряд у нас будут прибавки через 7 столбиков. Провязывайте 7 столбиков и делайте прибавки. У нас 3 прибавки и в конце ряда 27 столбиков. Вяжите самостоятельно. У нас с вами остался еще один ряд по прибавкам. Сейчас мы будем провязывать 8 столбиков и делать прибавку. И у нас получается 3 прибавки и в конце ряда 30 столбиков. Вяжите самостоятельно.
Сделали мы прибавки, и у нас теперь 30 столбиков. Сейчас мы будем вязать 7 рядов по 30 столбиков. Вяжите самостоятельно. Провязали мы 7 рядов. Теперь закрепляем ниточку, делаем соединительный столбик. Вытягиваем ниточку и оставляем для пришивания. Так, вот смотрите, ушко у нас получилось, ниточку мы оставили. Второе ушко вяжите самостоятельно.